Путь только шатенка. К такому выводу пришли сотрудники ДПС, остановившие на Литейном проспекте иномарку, которую управляла молодая петербурженка. На просьбу милиционера предъявить водительские права хозяйка авто отреагировала необычно. Блокировала все двери и стала кому-то звонить. На помощь инспектору прибыло еще несколько нарядов ДПС. Сообща, стражи порядка уговорили девушку показать документы. Вы передайте документы. Я не знаю, что нужно вообще делать в ситуации. Вот что... Передай документы. Откройте правила дорожного движения, там написано. Вы потом. Хотите, я вам дам, его почитаю. Потом чего? Ничего, инспектор составит протокол, поедете дальше. Вы мне так и сказали, что нужно так сделать. Я не понимаю, что мне не хотите. А вы это за рулем давно? Я давно, да. Сколько за рулем? Вот за это машину больше. Оказалось, что у нее отсутствует талон техосмотра. Юная особа объяснила, что еще не успела его купить. Милиционеры ответили, что такой услуги ГАИ не оказывает. Когда вы покупаете машину, или покупает ее кто-то машину, техосмотр к ней не прилагается. Это у вас сколько? Машка 1500 стоит. А? Я же плану, что покупается. Нет, она не покупается. Покупается. Она не покупается. При одном удобном случае, что единственное, что за что там платится, это пошлина. За само прохождение и за талон техосмотра. Инспекторы терпеливо объяснили девушке, что такое техосмотр и для чего он нужен. При этом хозяйка машины уверяла, что ездит за рулем далеко не первый год. Милиционеры выписали правонарушительнице штраф и отпустили. Девушка так резко сорвалась с места, что едва не спровоцировала ДТП на глазах у изумленных инспекторов. Был составлен административный материал, сняты государственные регистрационные знаки, наложено административное наказание в виде штрафа 800 рублей.